23 февраля – особенный праздник для граждан нашей страны. Праздник, ставший символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. По традиции в этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто мужественно сражался, защищая родную страну, и тем, кому предстоит это делать. В этот день во всех уголках нашей страны проходят праздничные мероприятия. Как и в предыдущие годы, в детской школе искусства «Аулака Шхабль» прошло мероприятие под названием «А ну-ка, парни». Организаторами выступили работники библиотечной системы. Долг каждого гражданина – почетная обязанность каждого мужчины. Россия славилась всегда солдатами своими. Да, знают прошлые года, сколько побед за ними. Держава армии крепка, а армия солдатам. В солдате сила высока, коль помнит, это свято. Армия сильна своими солдатами, их смелостью, сноровкой, находчивостью. Сегодня, в канун Дня защитника Отечества, состоится встреча будущих солдат. Одни чему-то получатся, а другие чему-то научат. А оценивать конкурсы будет очень справедливое и доброе жюри. Команды из учащихся 7-8 классов соревновались в таких номинациях, как «Поедание сгущенки на скорость», «Упал, отжался, надел каску» и многое другое. В итоге победила дружба, а само мероприятие, несомненно, подняло уровень патриотизма у подрастающего.